Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Україна і взагалі світ відзначає 75-річчя перемоги, великої перемоги. Говоримо про святкування, говоримо взагалі про цей день в історії. З депутатом Одеської міськради, мерська партія Сергія Ківалова, Олексій Кісловський. Рада вітати, пане Олексію, знову в нашій студії. Отже, Олексій, ставлення, я розумію, до цього свята, все ж таки у вас. Яке воно має бути у суспільства? Я думаю, що цей праздник необхідно обов'язково відмічати, тому що це і день пам'яті, і день віддання уваження нашим родним, близьким предкам, дедушкам, бабушкам, які відстояли мирну життя для нас, наших поколінь, і які дійсно совершили подвиг. Як би сьогодні не пытались в некоторых случаях дискредитировать этот праздник и, возможно, не делать специально из него особо праздничное мероприятие. Но самая главная его задача всегда была о том, чтобы мы помнили. Помнили подвиг наших близких, помнили, какую жертву они принесли ради нас и ради будущего. Я думаю, что отношение к этому празднику у всех, вот у меня в частности, оно всегда положительное. Так, праздник, ну да, со слезами на глазах, потому что было колоссальное количество жертв, но мы должны помнить, что именно наши пращуры отстояли нашу землю и переломили хребет фашизму, чумы, скажем так, всей планеты. И основной вклад в победу над фашизмом внесли, конечно же, мы, наш народ, отстаивая нашу землю. Мы знаем, что реальным участникам цих подій, страшенних подій, для, взагалі для суспільства, їм не менше 90 років. Я знаю, що і ви, і ваші колеги завжди, не тільки там 9 травня, ходите до цих людей, питаєте там про здоров'я. На цьому тижні не виняток був, знов ви були. З яким відчуттям, що побачили, що почули? Знаете, мы стараемся вспоминать об этих людях не только по праздникам, но и так в течение года. Они, конечно, уже все старенькие. Защитников Одессы у нас осталось, освободителей Одессы всего 5 человек. Они действительно очень преклонного возраста, и, к сожалению, с каждым годом их становится все меньше и меньше. Внимание всем, конечно, стараемся уделять, прийти, поздравить, цветы. Понятно, что праздник, необходимо в праздник их навещать. Их, конечно, жалко, государство помогает им достаточно мало. Некоторые о них вспоминают только на праздники, на 9 мая или 10 апреля. Я думаю, что о них нужно заботиться всегда. И вот когда мы приходим к очередному ветерану и хотим его поздравить, либо уже с 90-летием, либо даже со 100-летием, есть и такие. Конечно, когда смотришь на этих людей, ощущаешь вот это вот неизменное чувство благодарности за то, что вот они совершили такой подвиг. И хочется, конечно, поговорить, расспросить, как это было, насколько это было тяжело. Некоторые еще достаточно хорошо умеют рассказывать о событиях тех лет. Но всегда смотришь на этих людей с каким-то таким невообразимым уважением, что ли. И вот я даже не представляю, как у них получилось совершить такой подвиг. Это просто героические поступки. То, как они отстаивали нашу землю в окопах. Получали ранения, дрались и защищали нас, наше покоління, наше будущее. Багато хто ще наразі живий, дай Боже їм здоров'я ще багато прожити, в нормальних умовах звільнювали Європу. Це ті люди, які пішли там в 43-44 роках і потім пройшли по всій Європі. Це теж дуже важливо, коли ми говоримо не тільки про звільнення там Одещини, України, але й також всього там Старого Світу. Абсолютно верно. Они освободили Европу от фашизма, подарили независимость многим государствам, которые при фашистской Германии просто были оккупированы и ликвидированы. И когда сегодня идут иногда прения по поводу праздновать 8 мая или 9 мая, в данном случае я считаю, что все-таки 9 мая приоритетней. Почему? Потому что именно наши деды и прадеды, которые завоевали эту победу, они праздновали 9 мая. Это их праздник. Ну вот как можно сегодня им говорить, что вот неправильно, нужно праздновать 8-го? Это как минимум кощунственно. И Европа, вопросов нет у них 8 мая, потому что вот они так решили День памяти, но у нас всегда этот праздник был 9 мая. И мы же не говорим Европе, когда им праздновать их ключевые даты.
Это у нас традиция и передается уже из поколения в поколение. 9 мая — это всегда День Победы. И хоть и пытаются его назвать Днем Примирения, Днем Памяти, но и тем не менее сравнить подвиг нашего украинско-советского солдата невозможно с действиями многих солдат других государств. Потому что очень многие государства во время войны присоединились к гитлеровской Германии и выступали их союзниками. Даже вот если взять пример Одессы, Одесса была оккупирована румынскими войсками. Ну вот как можно сравнить нашего солдата, который освобождал Европу, с румынским солдатом, который присоединился к гитлеровской коалиции? Я думаю, что это неправильно. Мы, тем более, что это победа, этот подвиг, этим надо гордиться. Может быть, другим странам Европы необходимо об этом помнить, что была великая трагедия, огромное количество жертв. Но я думаю, что подвиг всегда является победой. А победу нужно помнить, тем более доставшуюся такой колоссальной ценой. Ведь наша страна почти была разрушена в ходе войны. И мы понесли колоссальные потери. В Советском Союзе погибло больше всего мирного населения и военнослужащих, чем любой другой стране мира, которая участвовала во Второй мировой войне. Мало того, именно благодаря тому, что Украина была почти полностью разрушена, Совет ООН, который тогда был создан, выделил Украине целое отдельное место как государству в Организации Объединенных Наций. И Украина получила право голоса еще тогда, будучи в составе Советского Союза. Именно благодаря колоссальным жертвам и вложениям и в ход войны. Але взагалі терміни і день, і пам'ять, і примирення, воно все ж таки актуально. Там після 40-х, 50-х не було таких жорстких таких бойових дій. І примирення – це саме те, що і, на жаль, сьогодні актуально для нашої країни, зокрема. Примирення, воно завжди актуальне для всього світу, але все ж таки бачимо там гарячі точки, і, на превеликий жаль, там на сході України є така теж. Про це завжди потрібно пам'ятати, що примирення – це основа прогресу. Якщо ніхто не воює, то всі розвиваються. Чи не так, Олексій? Абсолютно вірно. Мир нужен на всій планеті. И обязательно день примирения тоже должен быть. Вопрос в том, что он должен быть не вместо Дня Победы, а отдельным праздником. То есть пусть 8 число будет. Я абсолютно не против Дня Примирения по всей планете. И это хороший праздник. Но я еще раз повторюсь, его ни в коем случае не надо 9 мая заменять на День Примирения. Это немножко две разных вещи. И без сомнения нужные. Но о нашем подвиге нужно помнить. И ни в коем случае не давать никому возможности о нем забыть. И хотя сейчас многие говорят, что все государства воевали, все внесли свой вклад, да, так и есть. Но больше, наверное, самый большой вклад и самую основную роль в победе над нацизмом сыграла наша страна, наши земли, наши люди. Таке ще питання. Десь 8 років тому вдалося побувати мені в Західній Європі, в Німеччині, в місті Гамбург. Побував в таких досить пристойних закладах, ми їх називаємо там «Дом престарілих людей», але це такий готель, де в тому числі в дуже добрих умовах доживають там свій вік солдати німецької армії, вермахта, досить пристойні умови. А потім довелося мені побувати в тих квартирах, оселях, в яких проживають там герої там українського, України, Радянського Союзу. На жаль, це небо і земля. Чому так сталося? Так, у мене майже немає питань там до міської ради, яка, як може, там допомагає, і в тому числі і партія там Сергія Ківалова. Але все ж таки така тенденція, коли там заходиш там в оселю привітати ветерана і бачиш, в яких умовах там живе людина, там герой, ну, не те, що там руки опускаються, але все ж. Чому так? Філософське питання, але давайте порозуміємо. К сожалению, это действительно так, вы правы. Я даже больше скажу, что эта ситуация распространяется не только на ветеранов и участников боевых действий Второй мировой и Великой Отечественной, но и на все незащищенные слои населения. Если раньше еще, я помню, свое детство, и там, до 91 года очень часто и ветеранам, и многим незащищенным слоям населения выделялись квартиры, льготы по коммунальным платежам, в том числе социальные выплаты, ну, различные пособия, то с каждым годом последующим эта помощь становилась все меньше, меньше и меньше. И, к сожалению, наверное, она связана в первую очередь с тем, что
наш, скажем так, экономические возможности государства уменьшаются. И, соответственно, не хватает, конечно же, средств на то, чтобы поддерживать данную категорию населения, хотя их осталось и так уже мало. Я думаю, нас можно было бы что-то выделить. Но это должна быть государственная политика. Понятно, что многие политики об этом думают, пытаются помогать, но это должно быть не разово и не точечно, а централизованно и повсеместно. Робота з молодим поколінням, коли ветерани, яким вже сьогодні добряче за 90, були помолодші, вони мали можливість і до школ ходити, і також в університетах, наскільки я знаю, і в Одеській юридичній академії приходили. На жаль, сили вже не ті. Як сьогодні доносити до молоді там об'єктивну, правдиву інформацію? Ну, к сожалению, должна быть, опять же, государственная политика на это направлена. А у нас идет немножко все в другом направлении. Сегодня молодежи мы в образовательных программах все-таки часто очень внушают, что должно быть 8 число. Иногда преуменьшают роль советских солдат в победе. Даже критика символов победы, которая началась после событий 2014 года, она не способствует тому, чтобы дети и молодое поколение помнило о ветеранах и им помогало, приходило к ним. Потому, ну, я вот считаю, что эта политика не совсем правильна. Если даже говорить о георгиевской ленточке, на которой некоторые горожане, одесситы, украинцы пытаются выйти на День Победы и возложить цветы, но ведь они же вкладывают в смысл этой георгиевской ленты не сепаратистские настроения, а память о войне, о своих близких. И за это, я думаю, что их ругать, наказывать не стоит. В конце концов, это один из символов победы. И элементы этой ленты присутствуют на медалях в советских войнах за взятие Берлина, за победу над Германией. И в том числе Орден Славы всех степеней. На колодке имеются цвета георгиевской ленточки, или как ее правильно называли во время Второй мировой войны, гвардейской. И я вот считаю, что эти символы должны остаться. И те воины, которые воевали, наши дедушки и бабушки, ну, были у них такие символы. Было знамя Победы, которое было установлено на Рейхстаге и ознаменовало победу над Германией. И других знамен же у них нету. И не было. Они воевали под ними. И как им сегодня вот даже сказать, что вот, а вы знаете, вы не под правильными знаменами воевали, и вы не имеете права их вынести на День Победы и с ними пройтись. Но это, мне кажется, кощунственно, потому что за эти знамена, за эти символы люди вставали из окопов с криками «Ура!», бежали на врагов, погибали. И вот все-таки в этих символах победы должны остаться именно смысл победы, именно смысл того подвига. Они не должны нести никакого политического контекста, и воспринимать их не нужно в данном плане. Это вот под этим просто нужно помнить, что под этими знаменами и под этими символами наши родственники погибали, завоевывая нам свободу. Таке теж питання непросте. Чи вдасться за 10-15 років зберегти пам'ять, правдиву історію, інформацію нашим нащадкам? Ми розуміємо, що, на жаль, так, людей, які приймали участь в захисті, в перемозі країни Радянського Союзу, їх, на жаль, все менше, але це вже наша справа. Я чому запитую, до Другої світової війни, була Перша світова війна, не менш руйнівна, теж із своєю історією, теж із своїм бекграундом, але прірва інформаційна виникла. Наприклад, я багато років не знав, що там герой там, Маліновський, він брав участь і в Першій світовій війні, і в Другій світовій війні. Так зробити так, щоб ті герої, вони пішли і поруч ще десятиріччя. Як не втратити це? Ну, во-первых, є, звісно, різниця між Першою мировою війною і Второю. В першу чергу, по кількості жертв, звісно ж. Во-вторых, к сожалению, наша страна тогда не победила в той войне и закончила все это революцией, которой последовали еще большие жертвы. И в историческом периоде, да, она была раньше. О ней сейчас мало кто помнит. Да и средств массовой информации тогда, как печатных, было тоже меньше, и репортеров, и так далее и тому подобное.
Есть много причин, но тем не менее, конечно же, помнить нужно. Но что касательно вопроса, через 15 лет будем ли мы помнить, но это зависит от нас. Я вам скажу, что вот у меня есть уверенность, что будем. Несмотря даже на любую политику государства, все равно помнить будем. Каждые последующие вот годы, там, 5 лет назад, 4 года назад, я вижу, видел, что людей, которые приносят цветы на Аллею Славы, память о погибших героях, становится все больше и больше с каждым годом. Я не знаю, как пройдет этот год в связи с карантином. Наверняка кто-то побоится идти. Но я уверен, что это количество будет расти. Люди передают память своим детям, внукам. И я думаю, вот по лицам, по людям, которые просто приходят с цветами, с огромным количеством цветами, я вижу, что они помнят и продолжают помнить. Я уверен, что будут помнить. С каждым годом вот эта огромная гора цветов на Аллее Славы и на монументе неизвестному матросу возрастает, растет. На прошлый год она была просто огромная, чуть ли не до середины памятника. Поэтому я уверен, что люди будут помнить. Будут передавать из поколения в поколение подвиги своих предков. И дай бог, мы никогда об этом не забудем. В любом случае, мы постараемся сделать максимум для того, чтобы это оставалось в памяти у людей. Олексію саме час зараз привітати ветеранів, привітати одеситів, тому що я вважаю, коли ми вітаємо з таким днем, не досить коректно вітати лише ветеранів. Так, це в першу чергу, але це свято взагалі суспільства всього. Олексію, вам слово. Абсолютно вірно. Дорогі ветерани, дорогі учасники бойових дій, уважаємо одесити, я іскренні поздравляю вас з цим великолепним праздником. Говорю, що ми завжди об этом будемо пам'ятати. В этот день на глаза наворачиваются слезы, но слезы радости, потому что благодаря нашим прадедам и прабабушкам мы завоевали свободу и сегодня живем под мирным небом. Спасибо нашим предкам, спасибо нашим героям. С праздником вас, одесситы! Дякую, Олексію. Також вітаю вас, ваших колег. Бажаю все ж таки миру по всій Україні і щоб все було добре на багато років вперед. Дякую. Спасибо. Залишайтеся на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.